Добрый день, меня зовут Дмитрий, мне 34 года, и этим видео я не только хотел бы оставить там небольшой свой отзыв по результатам прохождения сеанса, первого сеанса в центре гипноза Якова Брюса, но и еще раз благодарить тех людей, которые помогли мне начать менять свою жизнь. Если вы думаете, что обратившись, там, пройдя сеанс, вы получите какую-то волшебную пилюлю или какой-то секретный шифр, который поможет вам вернуться в другую реальность, где за вас все решили, где все вдруг стало в порядке, то нет. Со мной этого не произошло. Я думаю, что и в принципе идти с такими ожиданиями – это неправильно. Я вернулся все в ту же реальность. В моей жизни по-прежнему было очень много сфер, вопросов, которые нужно было решать, заниматься, много усердно работать. Но было одно очень важное «но», которое изменило как раз многие сферы моей жизни. Это «но» заключалось в том, что я узнал, кто я есть, кем я был. Я получил ответы на важные для меня вопросы, которые меня волновали, и на которые я не мог ответить сам себе. И еще, что очень важно, я получил подсказки и инструменты, как и почему я должен поступать в непростых или в каких-то там затруднительных ситуациях, и как было бы правильно поступать, потому что мой опыт показывает, что моя интуиция и я, мы пока не очень дружим. И, соответственно, оказавшись на развилке по завершению сеанса, я мог выбрать продолжить жить так, как я жил, условно, опираясь на свою интуицию и не продвигаясь, не достигая тех целей и результатов, буксуя и сталкиваясь рядом с достаточно непростых ситуаций. Либо все-таки прислушаться и начать работать, взяв те инструменты, которые мне дали. Я выбрал второй путь. Я вышел без каких-то розовых очков с этого сеанса, и я принялся много работать. И вот по результатам 70 дней я могу сказать, что моя жизнь очень сильно изменилась. И самое главное, что из жизни ушел хаос и непонимание, куда двигаться, как двигаться, что для этого делать. Я впервые за долгое время стал жить в гармонии с собой и, самое важное, наверное, тут еще отметить, со своим телом. И до этого мне никогда этого не удавалось. Работы впереди еще очень много, но впервые за долгое время я не боюсь этой работы, она меня не пугает, я с охотой за нее берусь и вижу эти победы, вижу этот результат, что еще больше мотивирует меня двигаться вперед. Потому что, как я уже сказал, я узнал, кто я есть и что нужно делать. Добрый вечер. Хочу поблагодарить Тимура и Инну за сеанс, который прошел всего 1,5 недели назад. Очень мне понравилось. Они мне рассказали все, о чем я думала, хотя я им совершенно ни о чем не рассказывала. Изменения я вижу. Они все закрыли, они все исправили. И вот я же говорю, уже через 5 дней после сеанса я уже видела изменения и у детей, и у дочки. Надеюсь, что дальше будет все лучше и лучше. Буду рекомендовать. Спасибо вам огромное. Здоровья вам, счастья. Всем доброго времени суток. 19 сентября ребята провели регрессивный гипноз по фотографии, за что им благодарен. Сегодня 30 сентября, прошло уже почти уже 10 дней прошло, и хотелось бы и поблагодарить ребят, и немножко свои ощущения, все эти моменты, как я относился до этого, до сеанса. Я вижу их повторение, но отношение к этим моментам, ну, повседневным, можно сказать, так, людей очень много встречается в течение дня, люди разные. И по ощущениям я прям чувствую, как я стал относиться именно к той информации, которая несется этими людьми. Я стал видеть, может, как-то неправду, может быть, что-то еще такое. Я вижу, как меня вытягивают на негатив. То есть я очень много стал, ну, видеть. И мне это очень приятно. Есть, конечно, моменты, которые мне советовали избавиться. И процесс, он идет, избавление. Но рядом появились люди. У меня появились события. У меня появились моменты в жизни за этот период, буквально 10 дней, которые прям ложатся на, ну, можно сказать, там, на мою, на душу, что ли.
Вот, по душе, все по душе. И очень много стало видно ему знаков определенных, начал замечать знаки определенные. Так что я вам благодарен, вам всех благ, обнимаю. Добрый день. В марте я проходила очистку биополя. Чистка биополя проходила безопасно. Что мне понравилось, что после чистки у меня появилось достаточно энергии. Хотя до чистки у меня было состояние выжатого лимона, сил не было вообще. Сейчас чувствую себя лучше, хорошо чувствую энергии свои, чужих людей. По ногам хорошо идут потоки энергии. Спасибо за проведенную чистку. Благодарю за помощь. Удивляюсь, как с моей чувствительностью я подцепила столько сущностей. Спустя время могу назвать, в какие моменты я опять подцепила темных существ. Это чувствуется на теле, на энергетике. Через сон сущности часто атакуют меня. Поэтому спустя время я снова пройду сеанс. Наверное, мне нужно время от времени проводить чистки. Большая благодарность вашей команде и спасибо за проведенную со мной работу. Уважаемые друзья и гости канала, мы продолжаем в целях благотворительных акций проводить розыгрыши безоплатных сеансов. Они будут проходить 2 раза в месяц по пятницам. Чтобы участвовать в розыгрыше, вам необходимо выполнить 3 обязательных условия. Первое – быть подписанным на канал. Второе – поставить лайк под этим видео или под другим видео, в котором вы хотите участвовать. И третье, оставить осмысленный отзыв или комментарий об том видео, которое вы просмотрели, о том сеансе гипноза. Желаю всем удачи в розыгрышах, всем высоких вибраций и чистого биополя.